Зима уже прошла, и все уже закончили смотреть «Игру престолов», но вот скоро у нас будет 3 сентября. 3 сентября на Руси отмечают Шуфутинов день, в отличие от 2 сентября, когда все было всерьез. Шуфутинов день – праздник очень веселый. В этот день и стар, и млад, переворачивая календари, разжигают костры, рябин и задают друг другу вопросы. Ну почему, почему? Я уже думал, что вся Россия уже ассоциируется 3 сентября уже с шуфиком, кариоки, пьяные люди и осенью. Хотя не шутка, уже стало как официальный национальный запой. Все именно любят в этот день прибухнуть. Может быть, мне просто надо лучше понимать русский юмор. Или прибухивать тоже. И как я понимал, есть люди, которые просто прям обожают 3 сентября. И есть тем людям, которые уже прям задолбало от этого. Короче, я нашел какие-то инструкции в интернете о том, как им разбираться, в чем прикол. Первый шаг — включай шуфика. Потому что вам нельзя просто вот так взять и нельзя петь 3 сентября. В смысле, это красивый осень, не думаю, что ничего здесь не страшного. Все не то, все не так, ты мой друг, я твой враг. Он как русская версия Билли Джоэл. 3 сентября, день прощания, день... 3 сентября, день прощая. Наверное, это значит, что это именно начало осени, насколько я понимаю. Когда я совсем один. День, когда я совсем один, никто не понимает, почему он один именно на этом дне. Ну, может быть, узнаем. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Так что я календарь перевернул, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все? Okay. В принципе, я уже послушал, и я пока не понимал, в чем прикол. Очень жаль, что Шуфутинского только запомнит раз в году. Но вы знаете, кто еще так и чувствует себя? Гения. Потому что, к сожалению, день рождения... Только раз в году. Вот. Но ты понял, о чем песня? То есть он расстался с девушкой 2 сентября, он поворачивает календарь, и все еще 3 сентября. Почему это тогда так грустно? Наверное, было бы грустно, если он расстался именно с девушкой 2 сентября, перевернул календарь, и все еще был 2 сентября. Потому что это тот же самый день, когда он расстался с девушкой. Тогда, наверное, это должен быть песня про день сурка. Поэтому же в мире они же говорят, что грустит один Шуфутинский. И поэтому мне немного жаль, что я даже не понимал, в чем здесь прикол, хотя Дрейк немножко понимает. И поэтому, мои товарищи, в конце концов, я просто скажу вам так. С 3 сентября, короче. Я календарь